of Ulan. Войду за СПД еще давайте. Собак, кто будет танчить? Еще раз, Черепов. Войда. Войда. Черепок танчит. Женек, просто в черепок ведешь его и танчишь. Зеленку жмешь, чтобы скидывать стаки. Крош плюс слепоглаз танчит Андрей. И король плюс Киглер танчит Кодикей. Че вопрос? Кого я в черепке танчу? Алма. Сука, черепок стоит. Ибо надъебало метка. Собак тут кто танчит? Собак? Заберетесь, там мирики любые. Заберете на себя. У тебя нету комбат спека? Ну, я в комбате. А, окей. Короче, собак, старайтесь не уешать. Шнурки, мистер Бонд и хант на собак. Давайте готовность. Бафы все есть, надеюсь. Нет, нихера нету, приста баф надо. А рыба была? Нет. Так, Ваня, я в ДТ, что, все поглазу кикаю, да? Ты ничего не кикаешь, блядь. Шуман кикает. Рыба стоит. И пускай милишники в вечное пламя или как это их уберут, чтобы не хилить собак их. Готовность. Только сразу не врывайтесь. Я короля и Кильгера задержу. Ты в луне где-то. Найди там, чтобы тебя не тосало там всю платформу. Окей. Что? Минуту бахните. Тыкните столик. Интеллект. У нас локовская собака перебивает. Даю отсчет. Первый слепоглаз. Куда ты, Олмов, черепок, блядь, отведи его, Женёк, алло. Метка черепок стоит. Все, стой там. Слепые глаза забирать надо. Блядь, да кто ливнул? Элгорн. Элгорн. Пизда, все, я, у меня фолога нету. Подали. Запиши, слышь, его. Ваня, у меня не сбивается этот каст. Он не будет сбиваться, блять, молитва, каст. Я не знаю, вы первый раз сюда пришли или что? Ну я никогда не сбивал касты. А, кто собаку танчит? Любой. Толм появился. Декурс. Косноязычие не забывайте. Блядь, если собак не бьете, хотя бы за банки. Каст прошел. Косноязычие висит. Да не, это хуйня, собаки хилятся. Ждите, не давайте нас сейв, умрем, так умрем, похуй. Разбань собаку. Дальше бьем по волну. Геру дайте, полбустый волну. Декурсы продолжаем.
забанить. Собак не приручать, блядь, никогда. Ляночки, ТБР надо дать. Кас, блядь. Инер по сексу. Сбей каст, каст. Мне нечем сбить. Инер по сексу. Добейте. Хорошо. Ждем. Если поглаз активен, РДД только бьют. Милики АФК чилят. Милики АФК чилят еще раз. Маны нет. Пинси инеры. Закастуй наемный гимнный ман. Женек, забери короля, отведи его, сейчас кину метку. В какую метку? Короче, туда, где ты стоял, в щиток его иди. Все, в черепок веди его, в черепок. Стаунти, Женек, стаунти, крош. Ай, блядь, сейчас пошутает рейд, блядь. Заберите быстрее, если погласно, БР по уфологу, у нас там код был. Пошли от слепоглаза подальше. Я походу умер, нет, не умер. Отойди от слепоглаза им обой. Где только стоп на ДПС. Забери, Андрей. Кто там? Киглер. Киглер в РДД также поехали. Милики чильцы, блять. По крошу можешь отсюда побить, маму пригилить. Хилить пока нечего. Это нормально, что боссы стоят в разных углах? Типа... Да, нормально. Посилился, блядь. Ну у меня промахи, я стараюсь бить, у меня промахи, я, бля, контролю тебя, Андрей. Я не знаю, блин, норти, блядь, минус давать или что? В чем проблема? Запомни цель, сбивать один каст раз там в 30 секунд. Ну, проблема в том, что первый раз я никогда не сбивал касты. Один каст, молитва называется, все. Илюха, он долгий каст идет, прям долгий-долгий каст. Никто из миликов сбить не может? Не могут, потому что там крош стоит. Добейте слепоглаза. Собственно, манна об кроша по реге. Можно. Есть. А ты можешь его вести, Андрюха, чтобы на макс ренже? Ну, короче, туда я беги. Я вот пробую. Когда активируется, когда активируется, он начнет бегать. Че за эту скобуревку? Сука, все равно касти забей. Он когда активируется, начнет бегать. Залейте мануски, веди, пожалуйста. Ну на всякий случай, ребята, вам крест поставил, если что, смотрите, будите, когда он активируется, если он не пойдет. Потому что он дебанет вас всех. Все, все, бегает нормально. Давай. Все, бейте для кроша. Бомбу выносите аккуратно.
там женек есть, массейв, у тебя на стаком. Хорошо. Костоязычие не забывайте. Хан там отъедет. И бомбу выносите. Да я же не знал, что он подошел чуть ближе. Готовились массивы с отцом и женек. Жали. Окей, забери еще раз. По Киглеру играем. Череп поставим. Андрюха, я тебе сейчас сокру дам, влезнешь. Вот тебя. Сейчас я как сикса выйду. Полуреснуть? Локсар. 3, 2... Эх. Смертельный номер. Свои сейвы прожали. Готовились. Добивайте его. Милики, аккуратно на костах отходите к нам заложить. Кто умрет, да, минус. Это не шут. Крайне фола. Покрошу, готовьте бить. Мару хищ, нажми гео. Живые бомбы выносить не забывайте. Можете просто рассосаться, если что. Уже можно. Тотемы уберите куда-нибудь в сторону, чтобы они не взрывали людей. Сейчас дается цены, женек массивы. Я зычу не забываю. Готовились массивы давать. Пожалуйста. Окей, бьем дальше. Дикей лучше нет. А, ну у нас так, да. Если будет еще один каст, нажмешь дикей и нажмете освободите мастер на огонь, я возьму. Да нет, там добьют. Давайте, короче, фудикей нажмет, если что, и мастер на огонь. Все, бейте босса, там сейчас собаки вылезут, можете сразу бить. Короче, я на минуту отбежал сразу. Геро, через 8 секунд надо будет нажать, скажу когда. Нажмите еще одну геру.
Если еще какой-то спал бой выпадется. Еще собаки. Не, ну они как-то лайтовее стали. Ну конечно, за столько 20. Урона срезали их хп. Ауе так сильно не бьет. Не, вопрос, да, вы видели вот эту новую технику? Ну, пиздец. Словно какие-то зеленые в перчатках, нахуй, и в говно вступил, блядь. Ильдара? Да. Ну, зеленый. Я вчера заметил. Как-то смотрел. Вчера заметил уже. Да, я тоже вчера заметил, или позавчера даже. Сразу видно деревянные. Да, вот эти. Как это новая раса, блядь, эти. Золодонар. Озаренные, которые. Золодонар. Озаренные. Озаренные. Там пиздец, вообще желтый цвет, вообще ебнется. Печенька упал. Озорные чудо. Печенька? Никогда такого не было, и вот опять. Кто на темную сторону в этот раз переходит? Давай, побежали насквозь, давай, врубайте кто-нибудь спринты, роги, блядь, туда и находите в танка. Все, побежали, собирались. Че, давай, роги, на пол в танк и побежали, блядь, насквозь. Вперед. Я уже встал, себе прошел, ничего не знаю. Где там сейчас? Да? На тебе, да. Ой. На. Нажмите там диван какой-нибудь. Там у нас другой. Я встал себе с комбо, там мне диван еще дал. Красавчик. А меня также в прошлый раз, блядь, накосячили, суки. Уровень безопасности. Ну да. Мы за безопасность. Шнурки, беги, пожалуйста, на тебе комбат. Все, убирайте диван. Кастите на срез. Так, кто у нас тут? Два ханта. Да ебись, блядь. Один маг и три лока. Ну да, там не пройдешь, надо вокруг побегать. Да что-то на мне пришли мобы какие-то, блядь, дурачки. Ставьте сразу шкаф, пожалуйста, сразу смоним людей, кто там не добежал. Или лока нету? Все есть. У нас красавчик Полинор. Стоит два, блин, не двигается. Мало ли что. У нас как бы тут лока нету. Серьезно? Лога где? Гениально. Давай, пойду я сейчас, пойду там, короче, это. Медведя прыгну, проведу. Че, лока нету у вас? А вот есть, мобой есть. Андрюх, возвращайся. Короче, что происходит? Ханты у нас тут. Были, не были. Киньте плюс этот хант.
XS7, который был. Вдикей, тебе в рожу бить надо, твой руник всегда хуярит в лицо. Ты шо, он не парируется. Короче, Андрей танчит. Ладно, пусть будет 5 хилов. Не, короче, Марухи сейчас пек весь время. Под ебалом будет стоять Петя. Шнурки. Я не хочу, я подъебал. Да ты руник хотя бы прикроешь. Все, блядь. А, отмена. Я же на этих, на руках тут, или нет? Сейчас всяко раздуплюсь. Ну, сколько там, 3 танка надо на руки? 5 танка. Женек в танка. Фадикей, шнурки, майлик. И Вакати, вы бегаете под лицо. Лера, Фрост или не Фрост? Фрост, я поставила уже. Окей. Там 3 лока и 2 ханта. 2 ханта маг вижу, локовских не вижу. Я их, в принципе, не вижу. Вообще, там должна быть куча питов. Закидывать их сразу. Рыба стоит, все есть. Готовность на пол. Я буду энергию анонсить по рукам. Мне где руки закрывать? Бог кто-то заслакает. В какой местности мне руки закрывать? Ча? Я в прошлый раз вот тут закрывал. Короче, вот где я прыгаю. Так, ты левую сторону, я, значит, по центру. А кто третий там? Танка, Женек и Петя, вы закрываете приоритетно с зеленой стороны. Ну, где зеленая метка. Ага. Сначала Петя в синей метке стоишь, ждешь. Потом и Женек стоишь в луне, там тоже могут быть руки. Все РДД закрывают за спиной у себя. Потом, когда будет огонь уже, перебежите в зеленую метку, будете зеленой. Понял. Дальше, вообще, смотри, не хотел перебивать, питомца один лок не поставил. И, ну, типа, надо, не надо? Надо. Джаз, кричит кому-то там. Дальше по списку. 3 лока вы закрываете в печенке. В черепе закрывают Найоми, Лаксар, Полинор. Все остальные, включая хилов, закрывают там ближе к зеленой. Еще раз, куда, кого я закрываю? В черепке метка будет. Можете прям там стоять. Дальше, ща, блядь, досмотр на питов. Так, вижу псину. Да, это я. Отойди, жирный. Андрюха, подвинься. 6 петов тут стоит. Так, окей. Если что, я зайду под лицо. Готовность на пол. Геру, когда скажу. Лианочка готова? Сейчас, 2 секунды. Бля, не делайте его мелким, пожалуйста. Он потом вырастет во мне прям и будет хуёвая текстура стоять. 10 секунд прошли. На пол уфолога. Черепок кинул на танк. Только это, когда этот метеорит полетит, я не совсем ориентируюсь, скажешь.
Блядь, не бросайте, сейчас вижу CP ебанул, честно, ребят, вы чё хуйней страдаете? Эти две пачки рук, потом метеорит сразу. А, две руки после этого, понял. Ну, в смысле, две тройки рук. Я понял, понял. Два призыва рук, вот и всё. Да, да. Ещё раз готовность, там, здесь разобрались, там, макрос. Не кидайте эти ёбаные пряности, серьёзно. Всё готово, даёшь счёт. Дырявый сервер, тут нихера не работает, особенно этот фрейм. У, давайте только огромно брать. Приготовились Геру давать. Дали Геру. Шеломляющий. Нормально. Здрасте, блядь. Можно, блядь? Что там еще? Солнцу надо будет руки закрыть, мы резонимся, что? Еще шам, блядь. Прям до хуя рук сзади. Вроде... Тут печка. О, не печка, а огонь. Кто не закрыл? Жек, он был стоять вот здесь. Не станет стоять вот эту область. Че, падаем? Дайте диваны, падайте. Че, не убьем? Ну, скиллы умерли. Основные живут. И Лок умер с питом. Все диваны там по кому-нибудь слились. Давайте диваны быстрее. Ебать я въебал нахуй. Ты охуел, блядь, что за дамаг, блядь? 40 секунд на срез. Ну не знаю, я тоже хотел бы высказаться. Подожди, ты там что, ебанулся, че шо нахуй? Че, ждать 40 секунд? Неправильно работает Т4, вот и все. Это если танк кидает вот с двойной силой. Если все ДК кидают Т4, он со всех ДК имеет свой рудник. Вот и все. Не, рудник не так там. Все так. Оно опять не скалируется, две ложи, типа. Оно нахуй скалируется там. Да? Конечно, посмотри, блядь. Я тут со своим 24к ДПСом, блядь. Как лох какой-то, блядь. Останьте массис. Я даже, короче, это. Сейчас подумал, может первую печку не ловить сразу. Нормально. Здесь Джилс, Джилс, есть у кого, ты да? Ты что, ебанутый, 142 ебать руликов ебана давать? Да. Спасибо. Женя, смотри, ты вот приоритет по левой части лутай, а я буду в районе трусов, когда огонек прилетит. Требу поставил. Приятно, Джилс. Барментарь, бета-тестер. Это тестер Андрес, ну, Барменталь. Достал, yes. Делайте бафы, готовность на пил. Там все закидывайте.
пристабов. Дайте их прямо в угол поставить. Собака не особо хорошо стоит. Еще раз бетон. Все, все готово, даю отсчет. Дайте только набрать игру. Нет, не вырывайте. Гера. Там случайно не 50 тысяч дает в DK? Смотрите, милики, не умрите, а что вы стоите АФК в руках. Готовьтесь, скоро адски. Мастер начнется, у кого-то надо стоять. Сейчас будет ошамляющий, потом адски сразу. Вышли адски. Просил мистер Бонда. Две руки и трусы. Сейчас будет печка, и потом очень скоро будет адский готов. Две руки трусы. Один ошеломляющий, потом, скорее всего, сразу адский. Готовьтесь убегать. Поменьше стал? Сейчас будет адский, наверное. Может быть, ошеломляющий. Адский. Хорошо, сейчас ошеломляющий будет. Трусы, две руки.
край я закрою эту зону. Да я думал откатиться, там 2 секунды, блин, оставалось. Так или так, он прибал, короче, сейчас из 40 до 100 практически. Ну что? Где другие трусы? Умер Полинор. Сейчас. Пошел дальше. Потом сразу будет адский, готовьтесь убегать. Адский. Шнурки поднять надо. Сова, подними шнурки быстрее. Ну я встал, короче, под руки. Ой, подошел мляющий. Подойдите, бета-тестер тоже подсошел мляющий. Бета-тестер, подойди. Все в порядке, убейте. Хуёво без баров играть, конечно. Good sex, тут. Бэра дал, он отдал, он не стал. Я знаю. Вот просто перебью фигеры. Техническое оружие максимально... Дайте портал в шифрат. Вот он суммируется от нескольких луж, поэтому 130 тысяч уходит. Да не завидуйте Андрюше, он просто дамажит больше всех и все. Да надо на форум написать. Там неправильно, ну, написано правильно, а работает неправильно. Я вам, блядь, напишу на форум, нахуй фиг забанит. Напишу. Уже, кстати, написал. Давайте, как-то... Там, наверное, уже без Пети написали. Все, кого душа тяжелее. Была тема на форуме, что будет фиксить ДК. Опять? Какие вы мелочные, а? Я вот жду, когда вот Полипалов подушат. Мелочный. Почему вы тогда не устроили жесткий высер по поводу Т4 и Эрпала эльфа бездны? Мелочный. Так вот, это ребут. Я Полипалов ничего не имею, но это нечестно. Типа, мой ДЦ, где есть хорошие хипалы, прям рукастые, такие как Сасуны условно. Там ДЦ мой нахуй не нужен. Один из таких опалок, как я был в взломании там позавчера, блядь. С такими опалами я могу ходить, да. В Дискорде написали уже то, что после ребута в Фидике будут резать в 2 раза. Перманентно, да. Просто заходит такой на сурка 5к ДПС, и говорит, ребята, давайте другой спектр. Не, ну, я согласен. Это как с шаманом сделали, да? Отрезали все, что можно, и все. Ребята, будем заходить в инст, или опять там будем делать репати? Или пока постоим? Давайте, наверное, не будем заходить, чтобы... Давайте покурим, постоим. Да, давайте, это, 9 минут лучше постоять. Ну, да. Можно попиздиться, давайте попиздимся. Не посмотрим, как написать тему на форум. Летайте до инста, короче, пароли шмот. У меня вопрос такой есть, смотри, короче. Вот мы сейчас, если трэш ебнем, он лестница, да, типа после ребута? Да. Мы будем репатти же делать. А зачем репатти? Потому что забагает и будет. Бля, меня пиздят, ребята, меня пиздили. Ну, короче, эта хуйня фиксится просто... Пожалуйста, эта фигня фиксится тем, что ты просто орел для основного человека, кондрома, типа, и все, и ничего кикать никого не будет. Главное, чтобы трэш мертвый был, и все.
Уизибать прессово. Кого пиздить? Адский вар. Погнали, погнали, залетайте, погнали их пиздить. Они, блядь, здесь всех хуярят, нахуй. Они не знали, что я танк, да? Что я хуяков УХП. Дал нас. Сюда. Нет, кто, сука? Ты на сюда, блядь. Птица, ебаная. Давай, рикай, блядь. Кто? Вверху вон сидят, вверху, блядь. Он скрылит какой-то. Сейчас, сзади, я грипну. Давай. Пониже, а ты поближе до земли. А нет, у меня когда? Ну, я тип не смогу. Seven Hunt, ты с нами, нет? Вот сюда иди, смотри, вот если можешь держать, я пизжу его стою, вот. Там в воздухе дал. Ой, на землю его опустил, ха. Гриппу? Да, в полете грипп даешь, и он приземляется на землю. Ну да, он летает. Оковы еще кинешь, тогда он сможет двигаться пару секунд. Нет, вот именно, что я находился не на земле, а рядом гриппнул, и он на землю приземлился. Так, когда я откатилась, Петь? Нет, Петя. Бля, оно не гриппает. Так короче, смотри. Под чё подлетает тебе, Бог, да, вы все что в полете? А где кто? Тоже все нету. Чисто ПВО, вон, блядь. Вон Святашка, да? ПВО. Давай. Хорош. Че, упало, да? Yes. Нет. Нет. Ну, в тот раз, короче, упал прям на землю. Ваханаль. Он, короче, материт на испанском. Короче... Давайте епашим шмот пока что. О, ачивку получил. Плащ надо кому-то? Да, моему друиду. Короче, 3, 2, 1. Никому не надо. Головешка. То же самое, скорее всего, да? X7 там только я хуй знаю. То есть, все. Называется, не знаю. Алло, слышно? Слышно. Это X. Ебать, ворвал. Свой свет вырубили, я хуй знаю, надолго, нет. Саб, минут 10, я думаю, есть, так что пытайся. Да, я думаю, там батик. Это X7, здесь рампа, как требует. X7, тебе башка надо, короче, нонсетовая. Ясно. Да он бы сказал. Ну, запы никому не надо. Я за 10 заберу тогда. Я бы нерпало взял, нахуй. Бутер по Б шлюрет и... Тет вроде. Криптер по Б то же самое. Окей, дальше это, я думаю, не надо никому. Или надо? У тебя есть такая тут? Шнурки. Шнурки. Только шнурки и все. Не, у нас больше воров нет. Окей, они на крыше, ебать. Детектор есть? А детектор надо кому? Я в NLNL в пароле тоже. Ну так поставь. Пишите, ну, давай дам. Три сотки на лоб, нахуй. Тщеславный 150, вижу. Тлов, можете не писать, тщеславности на мои. 150. 150 раз, 152, 153, давай мне. Ну, 4 в рейде уже будет, или 5 их уже. А чего вы не забираете тех, кто всегда в рейде, эту триню? Ну, блин, чем больше, тем лучше ее. Так, Сава мейн. А как ты заберешь у Савы мейн? Покину я потом пароль. Народ, и кто шмот? Давайте релогнить, чтобы не исчезло ничего. Че, печеньки потом, да, после ребута? Да, да, после магика. Блять, кто-нибудь помнит, сколько Сави начислял за груль магик и его ПК? По 200 вроде. Давай напишу вам, типа, поймем, да и все в дискорде.